Когда я начала читать заключение судебно-медицинской экспертизы, я просто была шокирована тем, что без моего согласия у моего ребенка изъяли органы и... не поставили меня в известность. Как я? Люди просто обыкновенные. Разделились резко на два. Одни изъяли там сердце, другие почки. Просто приезжали с чемоданчиками, забирали, что хотели, что им нравилось. И вот это просто меня вот шокировало. Это, знаете, вот как товар на рынке. Я приехал, забрал почки, я приехал, забрал сердце. А то, что это родной, близкий человек для меня, что я не допустила бы такого обращения с моим ребенком. Просто не допустила бы. И для меня это был шоком, какое они имели право. До того, как Крым присоединили. Это тоже она вот. Вот. Нет, это верхняя. А. Так на этом уровне держите, пожалуйста. And all these three donors, every single act of organ removal is conducted without any permission from the relatives. It's not even hidden. It's publicly spoken by the reanimatologists. They say we don't have an obligation, according to this law, we don't have an obligation to approach the relatives. We just ignore them. В каждом учреждении, которое занимается трансплантологией, свой лист ожидания. То есть это коррупция. Вот это и есть коррупция. Потому что если мы говорим о европейских странах, то мы все-таки говорим о центральном пульте, центральном листе ожидания. Каждый видит, как у него перемещается очередь. А когда мы говорим о нашей системе, то у нас получается, что в каждом лечебном учреждении свой лист ожидания. Кто его контролирует, как перемещаются люди. The legislation there is considered to be everyone to be considered a donor, therefore there is an opt-out system. And it is also my understanding that the legislation is not very detailed, opening up potential window to interpretation that can create cases like the one you described. Если я не начну бороться против такого негуманного, бесчеловечного закона, если я просто остановлюсь и забуду об этом, я предам свою девочку, потому что нельзя оставлять это в покое. Надо менять этот закон. Закон должен быть гуманным, человечным. А семейное искренне пускай все. Девочка у ней